Так, смотри, вот это вот Шкода. Так, она проходная. 21.11 предварительно. Так, что у нее? Какая-то микрокотка на левом крыле, на диске. Что-то на зеркале, какой-то скольчик. Что-то здесь на двери. Здесь. Это мелочи. Вон, видишь, чирочка маленькая. Тоже скольчик какой-то. Так, передняя правая дверь. 689, да? Переднее правое крыло. Сколько? 404, да? Вон какая-то черный, на черном пластике какая-то царапка. Это мелочи. Переднее крыло и дверь на диске тоже. Ну, видишь, такие вот отметины есть. Ну, что-то нам где-то на бампе где-то какие-то мелочевки есть. Ну, это такие, наверное, детейлингом то, что можно убрать. Так, это что касается кузова. Салон в идеале. Корпус в идеале. Технически в идеале.